Тольятти украинцы устроили погром в центре временного содержания иностранных граждан. Их не могут депортировать в Украину и не отпускают из заключения. По нашим данным, вчера вечером в ЦВСГ при МВД Самарской области начался пожар. В центре содержатся иностранные граждане, дожидающиеся депортации. Погром начался с возмущений 6 арестантов, это 5 граждан Украины и 1 Грузии. В этом году они получили сроки за кражи и грабежи. Мужчины дожидались депортации на родину, но потом началась СВО. Из-за спецоперации их не могут отправить домой, на волю также не отпускают, МВД периодически просит продлить их содержание. Мужчины давно жаловались на условия содержания, а также на то, что их не выпускают. Требования заключенных игнорировали, они подняли бунт. Начали громить камеру, пытались выбить дверь, частично ее повредили, разбили окна, а затем подожгли матрасы и постельное белье. Администрация позвала на подмогу ОМОН, который ликвидировал попытку бунта. В итоге грузина забрали в больницу с порезами. Украинцы обошлись без травм.